все вам принадлежит? Да. Все семь птиц вами. Откуда они у вас? Природа. Следственными органами заведено уголовное дело по незаконной охоте на краснокнижных птиц кречетов в Магаданской области. По версии следствия, двое мужчин 1979 и 1985 годов рождения прибыли в Колымский регион из Алтайского края и Тюменской области для противозаконного отлова редких птиц. Находясь на морском побережье Охотского моря в районе села Тахтаямск Ольского городского округа, группа подозреваемых по предварительному сговору в период с 16 октября по 10 ноября 2020 года отловили 7 особей кречетов, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации. С побережья на частном вертолете злоумышленники добрались до пригорода Магадана и пересели на автомобиль. Однако по пути движения преступников задержали сотрудники ФСБ. Находясь на Охотском побережье в Ольском городском округе, мужчины незаконно добыли 7 особей кречетов, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации. В дальнейшем они транспортировали незаконно выловленных птиц с использованием вертолета в город Магадан. По пути следования мужчины были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району. Птицы были изъяты. Незаконно добытых птиц на оценочную сумму в 8 миллионов рублей у преступников изъяли и отпустили в естественную среду обитания. По уголовному делу сотрудники следствия проводят необходимые процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.